the people who started studying, and which is sort of the secret room. And then he started showing Aikido to the world. Что я делаю, когда удар? Это заканчиваю до того, как это началось, настоящим ударом, который забирает обратно. Не играю в боевое искусство, а по-настоящему делаю технику. And this is coming from sword. I'll show it to you slowly. Это идет от техник с мечом. There. But instead of cutting here, I cut in here. I'll show you one more time. Это демонстрация техник с мечом. Разрез. Come before they're going to fight and they'll try to push you to start a fight. В реальной жизни будут толкаться. Is neutralize him. Нейтрализация происходит сразу, как только руки появились. So I have now something where he has to obey. И здесь мы нейтрализуем конфликт до того, как кто-то пострадал в самом его зародыше, не позволяя ему развиться. When he comes to punch, удар идет. As you can see, the real world punching. Когда идет боковой удар, это идет от работы с мечом.